Ну все, пизда, да? Проебали. Ориджина, я так понимаю. Знаете, что такое настоящий пиздец? Настоящий пиздец, это когда, блядь, в игре есть баги, и их видят, блядь, сотни тысяч людей, миллионы людей, но разработчики игры не заинтересованы в том, чтобы что-то менять, фиксить или переигрывать игры, или каким-то образом, блядь, это дело, Ну, обращать на это внимание. Они заинтересованы в том, чтобы никто, блядь, не говорил, чтобы комментаторы говорили, что Сос был замедлен стеной Азира. Замедлен ультой Азира. Она замедляет теперь. И всем похуй. С чего там Рулай дал замедло? С чего он там дал замедло? Там, блядь, Рулай дал 90% замедло, что ли? Вот он прошел через стену. Где Рулай? Где, блядь, синенькая под ним? Где под ним прок Рулай? Он прошел через стену. Он через нее, блядь, прошел. Все, он стоит на месте, как будто застанен. Это не замедление, блядь. С Рулай идет 40% замедление. Здесь 99%. Он стоит на месте и не может двинуться. Почему? Потому что он забагован, блядь. Он прошел через стену, он стоит на месте и не двигается. Какое нахуй замедло с Рулая? Вы мне еще попиздите, что ульта Азира дает замедло, блядь, тиками. Оно дает замедло, когда дамажит, если у тебя есть Рулай. Дальше, когда стена тикает каким-то образом, там типа, не знаю, она не дамажит дальше. Она не дает замедло дальше, блядь. Какое, блядь, замедло? Он просто, типа, стоит на месте, лапками перебирает. И охуевает. Так же, как и я, блядь, сейчас. Потому что вот он, типа, блядь. Притэпался, хуяк прошел через стену. Он флешнулся так, чтобы он мог из нее выйти. В итоге он из нее вышел? Он вышел из нее, это мы видим, блядь. Ладно, баг, наверное, что он вышел. Баг на баг, два бага, больше, блядь, поводов возмущаться. Сейчас, посмотрим еще раз момент. Но, блядь, это баг называется. Вот он, тэпается. Вот нахуй. Что он делает? Он флешнулся? Хуяк? Он в стене. Врубил ульту, вышел из нее. Он вышел, блядь, из нее. Хуяк стоит. Какое замедло? Нет замедла, блядь. На нем нет партиклов замедла. Он не замедлен. Хуяк, он не может двигаться. Почему? А просто так? А просто так. Стена Азира замедлила меня. Риоты, плиз, не бейте, дайте денег, я не буду возмущаться. У вас говно, игра багует, блядь. Мы въебали каточку, въебали тимфайтик, потому что игра багует, блядь. Похуй, похуй, похуй. Найс. Найс. Ну да, да, конечно же, я буду сосать хуй Триндомера и, блядь, всей главы Риотов. Да, я тоже ничего не хочу говорить об этом баге с ультой Азира, который только что, в общем-то, потенциально слил игру Ориджинам. Нет, я не буду. Да, я тоже не скажу, смотрите, мои усики, они, блядь, только что были обспермлены, поэтому мы не будем об этом рассуждать. И, естественно, эта игра была... она просто была проиграна, там о багах нет речи. Так, пацаны, пацаны, смотрите, блядь, мы ее наебашили, честно. Если кто подойдет, спросит про баг, ты говоришь, что ты, блядь, по-английски не можешь. А если могу по-английски? Вот, блядь, вот там, то все туда-сюда, посмотрите, блядь. Вот я тоже думал, что это баг, а потом я понял, что мне показалось. Да, просто, блядь, показалось. А стена Азира, она замедляет. Она замедляет на 99% всех, кто с ней рядом, и это факт. На эту игру это был факт, это был научно доказанный факт, поэтому если ты стоишь рядом со стеной, вот тут ты замедлен. Ты замедлен. Да, я вообще думаю, что она замедляла и раньше, но просто в этой игре мы это увидели. Увидели по факту, что замедляет она 99%, ее невозможно обойти. Ты не можешь из нее выйти, и ты сидишь, блядь, и ты замедлен к хуям, и никак против этого не сыграть. Никак. И вот, сами посудите, я охуенно умный джет. Во, блядь, Монте-Кристо, докажи. Да, блядь, я вот Монте-Кристо, я такой, типа, всегда топил за Корею, мне кажется, здесь баг был даже против СКТ. То, что Кеннон был замедлен, не дало ему умереть. Поэтому я считаю, что здесь, если что, надо не то, что переигрывать, а сразу давать победу в серии СКТшникам. Все, я заебался, пиздец. Спасибо за сабскрайб. Это пиздец. Это реально, это просто пиздец, это нахуй.